Перед вами логотип компании Preferred Popcorn. Компания основана в 1998 году. Зерно экспортируется в 51 страну мира. Новое высокотехнологичное оборудование позволило поднять производство и качество на высочайший уровень. Привет, я Норм Круг, директор-распорядитель Preferred Popcorn. Это уборка попкорна в поле. Некоторые клиенты покупают попкорн там. Мы тщательно отслеживаем урожай от посадки до уборки и до завода. Нам очень повезло, мы быстро растем, поэтому нам пришлось купить еще один завод. Теперь их два. Один в Небраске и другой в Южной Индиане. Процесс переработки. Поступивший на завод попкорн очищается и сортируется по трем параметрам – размер и форма. Все зерна одной разновидности должны быть одинаковыми. Плотность – это делается на пневматическом сортировочном столе. Такой стол, как наш, – это новейшее высокотехнологичное оборудование. Если одно зерно отличается по плотности, от того, что нам требуется, оно отбраковывается. И последняя ступень, очень важная, это отбраковка по цвету. На линии стоят инфракрасные камеры, они видят каждое зернышко, и если цвет отличен от нужного, зерно отбраковывается. Поэтому вы можете быть уверены, что вы покупаете лучший, качественный, здоровый попкорн. Пищевая безопасность. Это очень важная составляющая нашего производства. Помимо общего санитарного состояния, за которым мы сами тщательно следим, мы нанимаем стороннюю аудиторскую компанию, которая регулярно обследует завод и оценивает его состояние. В прошлом году мы получили самую высокую оценку от AIB. Это высший авторитет в данном вопросе. Этот знак сделал нас лучшим в мире поставщиком зерна. Мы работаем в рамках современной классификации попкорна. Во время идущей переработки зерна каждый час мы делаем пробы, проверяя попкорн на влажность, объем расширения и вкус. Рассматривайте нас как большую компанию, которая может сделать для вас все. И с другой стороны, как незначительную, маленькую, чтобы с нами церемониться. Это наш второй слоган. А первый – «Picked to be the best». Это лучший попкорн, лучшая избранная компания. Нам важен каждый клиент. Покупаете ли вы 10 мешков, либо 10 тысяч, мы с одинаковым вниманием относимся к каждому. И знаете, что важно? Наш попкорн растет в климате и в среде, в почве, которая является самой лучшей для вкуса попкорна, которого мы производим. Если вам нужна еще информация, посетите наш сайт.